Melissa Babe. Эту модель стоит купить, потому что самые красивые шлепанцы с бантами производит только Melissa. Множество брендов, в том числе и люксовых, выпустило огромное количество летней обуви с бантами, но Melissa еще никто не превзошел. Таких шлепанцев с бантами у Melissa только не было. Миниатюрные, гигантские, один или сразу несколько. В департаменте разработки и дизайна существует целый отдел по созданию бантов. Сочетается с любыми летними и пляжными нарядами, а при необходимости даже подходит под деловой стиль. Между прочим, в жарких странах это допускается. Проверенная временем модель теперь еще лучше за счет нового метода крепления верха и низа обуви, которая повысила гибкость в местах сгиба. За счет межпальцевой перемычки подходит на миниатюрные худенькие стопы. Для средней же полноты дарит изумительно плотную и комфортную посадку. Легкие и удобные. Качеству материала Milflex доверяют миллионы людей во всем мире. Данная модель представлена у нас в размерах с 37 по 41,5. Страна производства и бренда – Бразилия. Коллекция Dreamers – весна-лето 2021. Материал верха обуви, низа обуви и стельки – Melflex. Это гибкий пластик, разновидность ПВХ. Представленная модель имеет историю. В предыдущих моделях Melissa экспериментировала с методом крепления верха и низа обуви. Был литевой вариант, когда верх и низ шлепанцев были единым целым. Это очень технологично и изящно. Но на практике они сгибались хуже, чем шлепанцы с точечным креплением. Было несколько вариантов точечного крепления как по количеству точек, так и по их расположению. В сезоне весна-лето 2021 года Melissa представила наиболее удачную модель, которая сочетает в себе как достаточную гибкость подошвы, так и надежность крепления. Сейчас я показываю модели шлепок коллекции весна-лето 2020 года. На нашем сайте они представлены со скидками. Ниже под видео я оставлю ссылочку на каждую из них. Thank you.
Для того, чтобы правильно подобрать размер, необходимо сначала замерить стопу, затем сравнить длину стопы и длину стельки. Идеально, если запас между длиной стопы и длиной стельки будет от 5 до 10 мм. Чтобы замерить стопу правильно, поставьте ногу на лист бумаги и обведите стопу под пятку. Затем замерьте по диагонали от середины пятки до края большого пальца, как показано на видео. Замер стопы готов. Заложите небольшой запас. Моя стопа равна 23,5 см. Длина стельки в 37 размере, как показано на видео, 24,5 см. Шлепанцы сидят идеально. Несмотря на то, что мелфлекс – практичный материал, он тоже требует бережного обращения. Не оставляйте мелиссу под прямыми солнечными лучами и не используйте агрессивные чистящие средства. Купить представленную модель можно на нашем сайте yusimi.ru. Для этого пройдите по ссылке в профиле или описании к этому видео. На обувь, приобретенную в нашем магазине, действует гарантия 30 дней. Также ее можно возвратить или обменять в течение 14 дней.